Подвал был полностью залит кипятком. Там просто был пар, которым даже не видать ничего было. Ждали тепло, а получили затопленный подвал. Старт отопительного сезона в 10-м доме по улице 19-го партсъезда начался с коммунальной аварии. 23 сентября в квартире Амичей дали отопление. Радовались жители недолго. На утро 24 сентября в подвале прорвало трубу с горячей водой. Пар начал подниматься и охватил первые этажи. Как результат, мокрые полы, стены и запотевшие окна. Жители вызвали сотрудников тепловой компании. Проблему решили быстро. Перекрыли горячую воду и отключили отопление. Подвал больше не топит. Но такой исход местных жителей не устраивает. Амичи требуют возобновить подачу ресурса и вернуть тепло в батареи. Ответа от профильных служб нет. Телеканал «Омск ТВ» получил официальный комментарий в Омской тепловой компании. По адресу улицы 19-го партсъезда 10 произошло повреждение на тепловых сетях. В связи с большой нагрузкой на персонал и спецтехнику сроки проведения ремонтных работ продлены до 7 октября. Иными словами, батареи в квартирах Амичей потеплеют не раньше, чем через неделю. Жители надеются, что вторая попытка подключения их дома к отопительной системе пройдет без происшествий.